Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в данном видео мы с вами разберем матч Лиги Европы, где встречаются между собой такие команды, как Цюрих и Арсенал. В данном видео я, как всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую информацию, в конце оглашу свой прогноз на этот матч. Ставить или нет, решать уже вам, думайте своей головой, не забывайте о том, что в мире ставок всегда есть доля риска. Итак, поехали. Что касаемо данного противостояния. Цюрих, несомненно, довольно неплохая команда, но все же в классе она очень сильно отличается от Арсенала. Я думаю, что здесь не нужно быть гением или большим аналитиком для того, чтобы это понимать. Это объективный факт. Арсенал, тем более, сейчас находится в отличной форме. Команда до последнего матча находилась на первой строчке, но вот в последнем матче, к сожалению, с Манчестер Юнайтедом все сложилось для них не в лучшую сторону, но в целом поражение перед матчами Еврокубков это не в новинку, я уже не раз говорил то, что это вполне нормально, поэтому здесь я Арсенал ни в коем разе никак не осуждаю. Команда все еще находится в отличной форме. Игроки, подбор отличный, все у них складывается. Я уверен, что в Лиге Европы они смогут себя показать с лучшей стороны. Как минимум, вот первый этап против Цюриха для них пройдет успешно. Поэтому моя ставка в этом матче будет победа Арсенала с учетом форы минус 1. Ну а поставить на это событие по лучшему коэффициенту вы сможете в Букмекерской конторе 1x ставка. Я лично ставлю там и рекомендую каждому. По промокоду сможете получить шикарный бонус. Ну а ссылка будет в закрепленном комментарии под этим видео. Переходите, пользуйтесь, соответственно, открывайте, будете при регистрации данный промокод и получайте удвоение первого депозита. Ну и, конечно, друзья, не забывайте написать в комментариях свое мнение по поводу данной встречи. Мне будет интересно прочитать. Возможно, кто-то другой увидит ваше мнение и согласится с ним. В любом случае, я думаю, что вы найдете о чем пообщаться. Ну а я же за всем этим прослежу и также, если что, отвечу на ваши вопросы. Пишите смело и также не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться и нажимать на колокольчик. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем желаю удачи и всем пока.